Давайте я покажу. Это небольшой такой open space. Собираемся с ребятами, придумываем разного рода новый контент, как двигаться дальше. Пока здесь толком ничего не оборудовано. Я бы здесь хотел какой-нибудь свой небольшой кабинетик масенький сделать. Вид прекрасный на улицу. Главное, что окна панорамные. Ребята, мои, значит, прекрасные ребятушки подарили мне на день рождения кресло. Это у нас такой креатив от нашей замечательной Сабины, нашего маркетолога, которая привезла из Турции две буквы. Y Generation, поколение Y. Небольшая детская зона, вот такая вот. Здесь можно поваляться. Очень замечательно, прекрасно, что детишки мои могут прийти ко мне, и мы здесь можем с ними повеселиться. Ну, в плойку играем. Ни разу, честно говоря, хотелось бы поиграть в PlayStation, но ни разу еще не играли. Покажу дальше, чтобы не засветить планы на год. Это достаточно много. Это надо все отснять и сделать. И я идиот, что это на пленке написал. Обед мой. Угу. А гитара. Гитара нашего замечательного Сережи Савина. Я ответственен за эту гитару, вожу ее. Она очень клевая по звучанию. Видите, в офисе ходим босиком, потому что здесь прекрасный красивый коврик. А, вот в чем фишка. Нажимаю на кнопочку. Здесь мы смотрели уже ряд узлофтов и ряд новых пилотных историй, о которых вы еще не знаете. Как я говорю, с чего-то начинать надо. Надеемся, что это наш не последний офис. Могу сказать, что мы сегодня в поисках еще одного помещения именно под музыкальную большую студию. Нам нужно квадратов 100 на постоянку, музыкальная студия, чтобы мы репетировали, делали там узлов, снимали и производили новые песни. Студия у нас записи есть, а вот именно репетиционная база, чтобы мы там писались, вот такого нет. Если есть у кого-то 100 квадратных метров в аренду, пишите нам. Но надо так, чтобы 24/7, чтобы мы никого не пугали.